Дело первого зампреда правительства Дмитрия Куликова отправляется в суд. История тянется с мая 2016 года, и только сейчас расследование завершено. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки также в особо крупном размере. По материалам следствия с сентября 2014 по март 2015 Дмитрий Куликов незаконно получил от бывшего главы города Вячеслава Сверчкова 5 миллионов рублей за якобы оказанное бизнесмену содействие по установке павильонов на остановках общественного транспорта. Кроме того, бывший зампред безвозмездно пользовался автомобилем, предоставленным некой организацией в обмен на покровительство. При этом арендная плата по формально заключенному договору аренды транспортного средства, общий размер которой составил почти 246 тысяч рублей, обвиняемым не вносилась. В настоящее время собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточным для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.